Доброе утро, друзья. Сейчас без 15:08, я еле проснулся, потому что вчера скачал себе на телефон ролики VR и смотрел это поздней ночи. Если у вас так же, когда вот нужно завтра, знаете, что нужно вставать рано и куда-то ехать, а вы, у вас бессонница, и вы допоздна сидите там, о чем-то думаете или смотрите что-то, какой-то фильм интересный, ставьте лайк. Друзья, вот такая вот дорога в Боярке под Киевом, не так далеко от Киева. Это я уже заехал за переезд туда, еду в сторону Васнякова, в сторону Одессы. Но это жесть, я уже так два раза тормозил со свистом, что я думал, у меня тут вся машина развалится. Ну такие ямы, ну просто трындец. Понимали, это даже не проселочная дорога, это просто дорога в лесу. И здесь, ну вот что-то здесь происходит, конечно. Здесь строят дом какой-то. Вот, да, здесь есть, конечно, такие интересные дома, но их тут, ну, штук 5 насчитывается. Чуть больше, ну так, относительно того, что там в селе, здесь, скорее всего, дорога сделанная частными руками, то есть такими, как я, а не государством. Государство, вы видели в селе, что делается, просто жесть. Вот мы сейчас доедем опять до государственной дороги, и вы вот можете уже наблюдать. Поехали. Даже подмышки вспотели. Фу. Дальше продолжается нормальная дорога. Мы выезжаем на детскую трассу и едем дальше. Ну это жесть, блин, это просто капец какой-то, а не дорога. И это я не так далеко, это всего лишь 20 километров от Киева приблизительно, даже может и меньше. Меня папа садил на коленки, и я рулил, то есть он педали нажимал, а я рулил. Это было лет 20 назад, и на этой машине, вот точно на этой машине, помню, это было на километр где-то я проезжал, может даже больше. Можно будет засечь по дороге назад, и я помню, это очень хорошо пересаживался, и мы ехали. В Василькове у нас авиационный учебный центр находится. Здесь авиабаза находится. Здесь постоянно проводится авиаучение. И вот я сейчас вам там показывал, пролетали вертолеты. Для меня это даже дикость. Хоть не так далеко живу отсюда. Ну, достаточно прилично далеко. Конечно, но не так далеко. Для меня это дико. Хотя бабушка здесь рассказывала, что у них как-то был один летний день.
что просто реактивные самолеты летали один за одним. Говорит, я думала, что война началась. А у нас в стране немножко такое положение, когда реально думаешь, ну вот что-то такое необычное происходит, все, что-то уже не так, что-то уже под войну. Ну, как-то так. Вот дико хочется заехать в Адмирал Шоп, веб-шоп, вейп-бар такой, и посмотреть, что там делают. Не знаю, что будет. Его еще нужно найти для начала. Он находится на проспекте Победы. Точный адрес я не помню. Сказали, что со стороны проспекта. То есть я приехал уже по адресу, но нужно еще найти. Так, ну что, нашел я все-таки это заведение. Адмирал Вейп называется, вот так вот. Вот находится проспект Победы 60, да, адрес? Да. Вот, может что-нибудь здесь приобрету. Это вейп-бар. Можешь объяснить? Вейп-бар? От вейп-шопа чем отличается? Конкретно как такового отличия типа все равно нет. Это что типа? Это просто на типа большое место, типа, ну, присесть, посидеть, там, поиграть в Xbox, обслужиться и провести просто время. Ну, типа, не целились на то, что типа ты можешь прийти. Я думаю об этом, кстати. То, что ты можешь типа прийти, взять какое-то там вейп, там, обслуживание себе, ну, как это обслуживание, на пользу, понял, на время, типа. И попользоваться, типа, попарить, посидеть. Пока такого нет, но не знаю, может что-то придумать. Не, ну в смысле со своим вейпом, если прийти, то можно какие-то у вас там, допустим, заплатить 50 гривен и там какие-то на пробы брать? Ну не 50 гривен, но можно просто взять, ну во-первых, есть пробники. Типа, они всегда во всех шопах есть, потому что это прям так уникально. А если такое что-то интересного, это типа есть вариант попробовать американскую кремку какую-то, типа там за каких-то 5-7 миллилитров какую-то определенную сумму дал, типа там сидишь, паришься. Ну дело твое. Типа как мы это целим. Ну выбор, да, я смотрю здесь. Да, мы же не широкий. А это проволоку у вас можно купить? Проволоку только толстую, мы это не продаем, это и геморрой откручивает, отматывает и. А толстую это в плане чего? Толстую это в плане выше, чем 0,3, да, без вопросов. 0,5, 0,12, 0,08 там. Ну вот я, скажем так, я вообще новый в этом. Я всего сколько? Месяц парю. И хочется самому дома мотать это все дело. Проще, честно говоря, на MLX где-то проходить какие-то сайты или еще что-нибудь. Тех, это проще или это дешевле? Кстати, да, дешевле получается. Ну, типа так. Так будет на новой. Потому если ты хочешь, если поучиться намотать, то это ну, не 3 метра у тебя проволоки идет, это меньше. Может затянуться сотнями метров. Ребята очень слабые, меня они вообще не заинтересовали, я там просидел на минут 10, попробовал, там оставил им 20 гривен за пробники. Ну, короче, как-то не впечатлили они меня. Я немножко расстроен от этого вейп-бара, псевдо-вейп-бара. Ну, такие, там то ли все еще не проснулись, ну, короче, не понимаю я. У них... Вообще, рассчитывал у них там потратить одну сумму денег. В итоге дал им 20 гривен на чай и вышел. Сейчас еду в Good Vape Shop и там проведу какое-то время. И скорее всего, что у них там что-нибудь куплю. Просто ненормальные люди какие-то. Ну вот ветер на улице, наверное, метров 20 секунд. Они подпалили траву, им она мешает. Оно так горит ярко, ярким пламенем. Зачем? Вот ум есть какой-нибудь? Скажите. Повторюсь, ветер очень сильный. Ну реально очень сильный. Там бигборд даже сорвало, когда я ехал, там загнуло его. Металлический бигборд. Так, ну в общем, какие выводы у меня по Адмирал Вейпу? Это жесть, я не знаю, ну как так можно работать? Это вейп-шоп, вейп-бар или что это? Я пришел, ну реально там, типа попробуйте все наши шишки и можете и валить. Я туда пришел, хотел потратить денег чуть-чуть. Я хотел себе что-нибудь купить интересного, а в итоге я простоял как дебил. Ни хрена не купил, ну что-то там попарил типа, ну зачем? Это ж как они все позиционировали как вейп-бар. Вот в Яндекс.Картах я их нашел, как это как вейп-бар, а не вейп-шоп.
и то вейп-шопом назвать нельзя. Но сами подумайте, я пришел туда и ничего. То есть, здрасте, можно поснимать? А с какой целью? С такой-то. Ну ладно, снимайте. И занимались они себе своими делами, а я такой типа, ну бля, что снимать? Тогда снимать нечего. Там 15 минут постоял, ничего не купил, там чисто по-человечески. Ну потому что я понимаю, что это такое, оставил им 20 гривен. Ну это ничего, ну блин. В итоге я поехал в другой вейп-шоп, скупился там на иную сумму денег. Там просидел что-то около 2 часов, получил массу удовольствия. Хотя вейп-шоп такой, ну, совсем другой. Если бы у них, у того вейп-шопа, где я оставил деньги, было такое помещение, как у Admiral Vape, у них было бы все по-другому. Так, ну ладно. В общем-то, я все сказал, мне не понравилось. Может быть, ребята изменятся когда-нибудь. Им там всего 9 месяцев, хотя они говорят, о, вот нам 9 месяцев уже, о, слава богу. Ну, если... Ну, нет у них там покупателей, и не будет. Вот и все.